Здравствуйте, друзья, с вами Вула, на ваших экранах Borderlands 3, и в этом видео мы поговорим с вами о Амаре, а точнее о билде на нее, который я собрал, и начнем мы с Амары не потому, что она самая имбалансная, так сказать, а просто потому, что это один из первых персонажей, которых я уже выкачал. Разумеется, в процессе прокачки уже и другие персонажи имеются, но, по крайней мере, уже у Амары выстроился вполне себе адекватный билд. Для начала я расскажу об инвентаре, для того, чтобы потом, когда речь пойдет о билде, вы приблизительно понимали, что на что будет влиять и от чего будет увеличиваться урон больше или меньше. И, в принципе, два основных оружия, которые я здесь использую, это еще Леноги и красавчик Жекобум. О остальных двух тоже поговорим, но для начала начнем с еще Леноги. Такой пистолет, как, в принципе, и любое другое оружие, может выпасть, ну, с абсолютно любой стихии, но мне вот повезло как раз-таки попасться на огонь. Ибо основного ХП у противников обычно больше всего. И как раз-таки огненное оружие, которое будет хороший дамаг вносить, очень ценно в этом плане. И вот как раз-таки вот этот пистолет просто превосходен. Потому что он мало того, что имеет огромную скорострельность, плюс у него нет перезарядки, не считая перегрева. То есть по факту, если зажать и 42 патрона отстрелять, это достаточно много. И урона прилетит тоже до хрена. Несмотря на то, что точность у него очень низкая, потому что пули летят практически в разброс, нам на это абсолютно пофиг, потому что мы сражаться в основном будем в ближнем бою, ибо билд, о котором я расскажу попозже. Второе оружие, которое имеет огромный потенциал в моем билде, это красавчик Жекобум. Причем обязательно на молнию. В принципе, обычная ППшка с хорошим дамагом от молнии, достаточно большим магазином, хорошей точностью, если еще учесть, что это гиперионское оружие, соответственно, оно имеет максимальную точность при разгоне. У нее есть необычная особенность, которая обычно присуща тедиоровскому оружию. Ибо только тедиоровское оружие вместо перезарядки выбрасывается. Так вот, несмотря на то, что это оружие гиперионское, оно тоже вместо перезарядки выбрасывается, и более того, оно создает взрывные волны. То есть оружие прыгает до 5 раз, и при каждом падении оно наносит дамаг. И именно сейчас я хочу сказать, почему нужно брать вот как раз таки этот Жекобум на молнию. Потому что стоит взять такой щит, как трансформер. Он имеет, в принципе, неплохие характеристики, то есть у него большая емкость, малая задержка подзарядки, и, в принципе, заряжается он с большой скоростью, но нам это не важно. Самое главное, что он имеет, во-первых, 100% устойчивость к урону от шока, это сразу, можно сказать, отсеивает часть урона по вам, и более того, он преобразует любой шоковый урон, который в вас летит, в ваши щиты. Конечно, еще есть дополнительные 40% шанс поглотить пули и добавить их к собственному боезапасу. Но тут уже, наверное, зависит от того, что вам выпадет. Потому что, так как все-таки это борда, и некоторые, к примеру, свойства вам могут не выпасть. Но вот преобразование 100% шокового урона в щиты, это просто превосходно. Потому что ваш как раз-таки Жекобум сам и будет вам восстанавливать щиты. Просто бросаете под себя, то есть сделали выстрел, бросили под себя, и у вас максимальные щиты тут же восстановились. Это просто нереальный плюс к выживаемости. В принципе, на этом можно и закончить, потому что с таким билдом вы будете практически неубиваемы. Самое главное, это держать патроны постоянно на максимуме. Плюс дополнительно к этому еще можно, к примеру, взять артефакт, который называется электроскользящий победный рывок. Как минимум, это идет дополнительный урон от молнии, плюс вероятность удара током увеличивается. Ну и плюс дополнительная особенность, типа скорость восстановления активного навыка, это просто бесподобно. Ну и небольшая особенность, как то, что во время скольжения вы еще наносите урон от шока противникам, и при этом эта молния перекидывается на противников, стоящих рядом. Но основной, конечно, ключ к выживанию, это как раз-таки вот этот вот щит-трансформер и красавчик Жекобум. Выживаемость, поверьте, у вас будет просто зашкаливающая. Другие два дополнительных оружия я использую на другие стихии, то есть на коррозию, потому что коррозия тоже очень нужна, так как часто встречаются противники, которые имеют желтые ХП, то есть броню так называемую, и как раз таки коррозия их разносит очень быстро. И вот против таких противников я советую использовать смарт-пушку XXL. Желательно, ну, получить ее именно на коррозию. Как ППшка, она сама наносит неплохой урон, плюс у нее отличный временный урон, и к тому же ее не обязательно использовать самому. То есть можно просто, опять же, перезарядить, бросить, и у вас появится вот такой вот паучий гигамозг, который будет сам бегать и стрелять в противников.
И последнее оружие, которое я использую, это отрицающий злонамеренный строй. Сколько бы оружия ни падало, выше 600 я еще не видел. Это вот единственное оружие, при том, что оно фиолетовое даже, оно не легендарное, всего лишь эпическое. Но при этом урон от холода у него неплохой. В качестве модификатора класса я использую пока шустрый спокойный богомол, потому что пока что ничего лучше не выпало, наверное, мне просто не прет. Но, по крайней мере, все модификаторы на скиллы, которые там есть, у меня будут использоваться в билде. По поводу граната ничего пока не могу сказать. Я использую огненную бурю, потому что фарфоровый трубовзрыватель, который был, имба-граната, ее уже понерфили, а другой альтернативы я пока что не вижу. Ну, и как вы могли догадаться, исходя из того, что у нас как минимум два оружия будут выбрасываться, соответственно, у нас патроны будут тратиться очень быстро, плюс пистолет у нас тоже скорострельный, тратит две пули за выстрел, да и автомат тоже стреляет быстро, и пули улетают у него моментально. Советую дополнительно еще в инвентаре всегда держать артефакт, который называется полиглот. Они есть разного качества, но при этом все они пополняют вам боезапас при атаке в ближнем бою. То есть патроны закончились, переставили его себе, 10 раз ударили противника, все, у вас патроны восстановились. Советую всегда носить с собой. Разницы в качестве у них вообще в принципе никакой. Что тот восстанавливает 8%, что тот восстанавливает 8% патронов. Ну и еще пару слов о том, где же можно получить данное оружие. Сразу скажу, так как оружие все собирались постепенно, точно сказать, где что выпадало, я не могу. Хотя в некоторых местоположениях оружия я уверен 100%. К примеру, Джека Бум можно точно выбить из красавицы Джеки, которая находится в шахте 27. Смарт-пушка XXL падает с гигамозга. Это босс локации Меридиан, находится он вот здесь, совсем недалеко от телепорта. Если мне не изменяет память, еще ли ноги падает с стража. И с него, насколько я помню, падает тоже и щит, который восстанавливает броню. Остальной мусор можно, в принципе, найти по всей игре, так что особо заострять на это внимание не буду. Ну а теперь перейдем уже к самому билду. Основным активным навыком у нас будет освобождение, которое позволит, скажем так, после попадания по противникам, дополнительно выбрасывать снаряды, которые будут на противников накладывать стихийный урон. В качестве модификатора будет восстановление здоровья, то есть вы от атаки активного навыка будете восстанавливать себе здоровье. А в качестве стихии будем использовать коррозию, потому что, в принципе, больше ничего. Что ж, начнем давайте с красной ветки, потому что она самая малопрокачиваемая. Здесь нам нужен всего лишь первый средний скилл, это крепкие руки. Он позволит увеличить эргономичность и точность стрельбы. И плюс к нему еще идет модификатор от класса. Далее перейдем к зеленой ветке, и здесь используем вот такие способности, и сейчас я объясню, что за что отвечает. Кстати, зеленую ветку советую качать во время прохождения одной из первой, потому что она дает большие бусты вам и дополнительную выживаемость. То есть, во-первых, это дает дополнительное здоровье, плюс здесь идет ясность ума, а это восстановление здоровья, то есть чем меньше здоровья у вас остается, тем выше у вас скорость восстановления. Плюс отличный навык для урона в начале игры, это личное пространство, то есть до 36% дополнительного урона будет, в зависимости от того, чем ближе вы будете к противнику. Это тоже очень круто. Дальше во втором ряду идет средний скилл Сансара, который еще дополнительно будет увеличивать вам, во-первых, урон от стрельбы, плюс восстановление здоровья в тот момент, когда вы используете активный скилл. А точнее, не используете, а наносите урон активным скиллом. Причем большое преимущество этой способности в том, что она не распространяется на определенный скилл, допустим, скилл зеленой ветки. То есть вы можете использовать, к примеру, скилл синий, то есть как вот я и использую. Так что вкупе с ясностью ума, Сансара дает вам еще дополнительное восстановление здоровья. И еще 3 очка мы кидаем во вдумчивость для того, чтобы быстрее передвигаться в тот момент, когда по нам проходит урон. То есть на стаков 25 зарядов вдумчивости Амара просто начинает бегать как угорелая. Ну и теперь берем самую прокачиваемую ветку, а именно синюю. Именно от нее, так сказать, будет идти основной наш дамаг. А точнее не дамаг, а именно баф нашего персонажа на основные оружия. Для начала берем на 3 ловкость рук. Чисто для перезарядки становой чисто бонусом идет. Природную жестокость на 5 для того, чтобы получать заряды натиска. Заряды натиска можно дополнительно получать из левого скилла. Но в левом скилле есть один большой минус, то есть причинение боли у нас получает заряды только за убийство. А вот как раз таки природная жестокость стакает заряды при нанесении временного стихийного урона. То есть настакать заряды вот этим скиллом гораздо быстрее можно, нежели вот этим. Во втором ряду обязательно качаем неутомимость для того, чтобы быстрее восстанавливать наш скилл.
и выход за пределы. Это просто превосходный скилл, который будет дополнительно добавлять огромную точность плюс гигантский крит для урона нашего оружия. Этот баф дается на 12 секунд после применения активного навыка. В третьем ряду восхождения берем чисто для того, чтобы больше получать здоровья от поглощения душ. Больше ни на что это восхождение не распространяется. В четвертом ряду берем на 2 с места в карьер, чисто для того, чтобы увеличить скорострельность. И по 3 на уязвимость и гнев. И это еще 2 скилла, которые будут просто нереально увеличивать наш урон после использования активного навыка. То есть это еще 2 дополнительных бафа. В пятом ряду ничего не берем, потому что она нам нафиг не сдалась. И берем последний скилл аватар. Точнее, модификатор активного навыка. То есть он позволяет вам использовать нашу способность дважды. Но после применения нам обязательно нужно перезарядиться полностью. Ну и плюс еще немножко в довесок нам дают дополнительно еще 10 зарядов натиска, которые мы настакиваем природной жестокостью. А теперь же все-таки давайте наглядно посмотрим, как сильно увеличивается урон при использовании способности и без. В качестве примера возьмем обычного стража гробницы. Никакого хаоса не будет, потому что хаоса вносит, ну, много дисбаланса разнообразного. И попасть к боссу, скажем так, с одними и теми же проками хаоса бывает сложно. Поэтому у нас будет абсолютно чистый вариант на сложности истины искателя хранилища без хаосов. Вот такой вот урон по боссу мы имеем без применения способностей. Да, даже это достаточно много. Но с применением способностей хп у босса отлетает просто с невероятной скоростью. Ну, а теперь можете представить, если так разваливается обычный босс, то, скажем так, с обычными мобами проблем возникнуть не должно. Хотя иногда на третьем хаосе возникают проблемы с помазанными. Они те еще ублюдки. Ну, а на этом все, друзья. Если это видео было вам полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео, а также стримы. Играйте, ребят, только в хорошие игры. Всем удачи, всем пока.